Здравствуйте, все, кто болеет за меня, переживает. Я в Америке, уже прошло 4 месяца. 2 месяца я был в Нью-Йорке, тренировался с боксерами, тренировался в джиу-джитсу, в зале Марсело Гарсия тренировался. Очень хорошие ребята там были, честно говоря. Многому научился за это время. Переехал в Кливленд, тренируюсь в зале... Как называется зал? Strong Style. Strong Style, да? Зал называется Strong Style под руководством Маркуса. Очень хорошие тренера. Я набрал ударную технику, физику набрал. Скоро буду драться и после боя, надеюсь, домой приехать, чуть-чуть отдохнуть. Хочу передать огромный привет моим друзьям с ростовского клуба «Легион», Исламу Каримову, моему тренеру. Он много чего мне дал, тренировал меня. Армен Рубенчу, который вот познакомил меня с Герой, отправил в Америку. Моему другу, моему земляку Эрштенукаеву Зурабу, который здесь меня поддерживает. Всем помогает, всем, чем мне нужно, что надо. Огромное ему спасибо. И здесь моему менеджеру Георгу Литвинову, который меня здесь продвигает. И очень хорошо продвигает. Спасибо этим людям, которые помогают мне.